Кришки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами будем конструировать мосты в вселенной Портала. Ребята, это продолжение Портала, если кто знает такую игру. И, в принципе, посмотрим, на что это будет, ребят, похоже. Ну, в принципе, это и так понятно, то, что будет похоже на конструктор моста. Но при этом вы сами понимаете, то, что будет использовано именно те же самые функции. То есть, Портала. Итак, вы хотите снова получить должность главного уборщика в проекте «Автомобильно-прыжковая инициатива»? Так, есть ли другие вакансии? Да, есть, инспектор мусоросжигателя. И вы уже зачислены. Но... Эй! Окей, следующий. Итак, вы хотите снова получить должность главного уборщика в проекте автомобильного? То есть, если я нажму сюда, он опять его сожгет. Эх, еще один, давайте следующего. Вы хотите получить, конечно, да, во имя науки. Молодчина, мы восхищаемся вашими принципами, если они совпадают с нашими. Окей, круто, классно, мне нравится. В соответствии с правилами мне нужно провести с вами собеседование. Оно состоит только из одного вопроса. Вы готовы? Да. Как хотите. А теперь скажите, что вы будете делать, если жизнь дала вам лимоны? Здесь по-любому нужно чем-нибудь тупое отвечать. Вы случайно не родственник Джонсона? Именно такой главный уборщик нам и нужен. Я же говорил, нужно тупость отвечать. А теперь идите на свое рабочее место и сделайте так, чтобы могли вами гордиться. Супер, спасибо. Вот моя каска. Спасибо большое. Я устроился на работу. Настолько людей хотели устроиться, но не получилось у них. Окей. Не слишком расслабляйтесь. Читая журналы о строительстве, нам пора начинать. Правила Центра Развития требуют, чтобы все стажеры прошли проверку квалификации. Не беспокойтесь, мы будем тщательно воздерживаться от выплаты вам жалования в течение всего испытательного срока. То есть мне платить не будут. Окей. Первая серия камер проверит ваши навыки строителя и дедукцию. Вы готовы заработать золотую шляпу главного уборщика? Конечно. Готов. Я готов. Вот мост. Офигеть, вы что, издеваетесь? Мой первый мост. Нажмите, чтобы начать. То есть мы должны построить. Здравствуйте! Добро пожаловать в компьютеризированный центр развития лаборатории исследования природы порталов. В соответствии с правилами внутреннего распорядка, все кандидаты должны пройти тестовую серию нашей тестовой серии тестов. Но прежде чем начать, мы хотим обратить ваше внимание на то, что возможны серьезные травмы. Ну как без этого? Центр развития с гордостью объявляет о том, что в случае летального случая на работе мы известим ваших родных, не вычитая средств из вашей заработной платы. Супер! Ваша первая задача — построить мост так, чтобы тестовое транспортное средство могло добраться до выхода из тестовой камеры. Прежде всего, нам нужно убрать никчемный мусор, оставшийся после вашего предшественника. Нет, мы не имеем в виду его семью. Ой, господи. Ладно. Так, удалите все имеющие компоненты. Так, я ничего не понимаю. А, вот, два раза, все понятно. Excellent! Великолепно! Вы обладаете потрясающей способностью уничтожать объекты. Е-бой! Отлично. А теперь мы начнем строительство нового объекта, и используя эти трансформируемые доски строительных лесов. Окей. Вот. Окей. То есть нам нужно... Нажмите на один участок, потом на другой. И отмена... Я не понимаю. Во. 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 Вот, все готово. Здесь что мы делаем? Тоже делаем хоп-балку. В принципе, как показано, так и делаем. Готово. Чтобы мост могло пересечь транспортное средство, по нему нужно проложить дорогу. Ох. К счастью, трансформируемые доски можно в любой момент превратить в дорожное покрытие. А, покрытие в доски. Окей. А где дорожное покрытие? Так, по компоненту, чтобы превратить его в дорожное Ага, то есть вот так вот делаете. И видите, дорожное покрытие появляется. И все, отлично. Теперь испытаем мост, приказав транспортному средству проехать по нему. Окей. Ну, это изи. То есть обучение пока что довольно-таки легкое. Ага, и должны 6 машин проехать или что? Вы зря потратили 10 100 долларов. Спасибо. Нужно было колонну, наверное, провести, попробовать. Ну ладно, это уже в следующий раз. Склоны.
Добро пожаловать в тестовую камеру номер 2. Чтобы преодолеть препятствие, зачастую нужно построить мост так, чтобы он шел вверх или вниз. Эта дорога идет в гору, но она не подходит для транспорта. Однако в данном случае мы не будем уничтожать компоненты, а переместим их в другое место. Передвинь дорогу к пунктирной линии. Удерживайте. Ага. На желтой точке шарнира, пока не включится режим перемещения. Ага. Изи. Теперь это все понятно. Да, отлично. Теперь постройте внизу опору моста, чтобы он смог выдержать. Чпоньк. Готово. И здесь можно трамплин сделать. Великолепно, первый мост готов. Теперь мы построим пандус, чтобы можно было съехать с моста. Да без проблем, без проблем. Чпоньк, 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 чпоньк. И да, чпоньк, чпоньк. К сожалению, мы должны прервать вас ради незначительного сообщения. Это меню. Ага, спасибо. Так, ну чё? Ехать. Нажимаем ехать. В принципе, мы здесь, по сути, прошли. В любом случае. Нифига себе, он ускоряется. И давай! Молодец, прямо в цель. Давайте колонну нажмем. То есть сейчас будет колонна машин, ребят, ехать. Целых 6. То есть могут ли 6 машин доехать? Раз. Да, по сути, да, могут. Им уже ничего не мешает. Еее! Пройдено! Круто. Прикольно. Идем дальше. Окей. Посмотрите на эту тестовую камеру и обратите внимание на то, что транспортное средство не может добраться до точки назначения. О! В ходе этой задачи тестовая камера будет оснащена квантовыми тоннелями, или, как обычно, называют порталом. Да, портал. Портал откроется через 3, 2, 1. О мой бог. Транспортное средство, которое въезжает с одной стороны портала, мгновенно выезжает с другой его стороны с той же скоростью. И ваши успехи доказывают, что даже самый недалекий сотрудник может нарисовать мост, пока наши опытнейшие водители борются со сложной физикой порталов. Ну так вот. То есть мост нам нужно сделать. Здесь, скорее всего, подвешивать, да, надо будет? Здесь есть веревки. А, не, веревку нельзя сделать. А как тогда это делается? Смотрите, сразу делаем так, А, вот, он нам показывает. Сейчас веревки сделаем. Для следующего испытания необходимо, чтобы ничто не поддерживало мост снизу. Однако мы сможем использовать узлы крепления наверху, подвесив мост на многоцелевых суперкабелях. Да, я же говорил, многоцелевые суперкабели сделаны из плотно скрученных душевых занавесок. Ну, конечно, из чего же они еще будут делаться? Везде такие, да? Из занавесок сделаны. Перфект, да, отлично. Теперь отправьте в портал транспортное средство. Отлично. Не волнуйтесь, это межпространственные ворота совершенно безопасны для технического персонала. Так в чем прикол-то? Эй, мы же потеряем одного, алло. Здесь же... Они же телепортируются сразу. Я не могу, то есть нас заставляют их убить. Они же телепортируются, ребята, и уничтожатся там. Прощайте, друзья. Прощайте. Я ничего не мог сделать. Обратите внимание, водителям запрещено прикасаться к смертельно опасной жидкости на полу камеры. Это сделано для защиты ценного тестового аппарата. Если вы провалите испытание, фотография вашего сотрудника будет прикреплена к анкете погибшего водителя. О нет, только не это. Давайте построим. А вот я не понимаю, что здесь строить-то надо. Давайте попробуем так, ладно. Оп. И попробуем сейчас эти поставить. Кабеля. Мне вот интересно, выдержит ли вот так мост? Да по сути должен выдержать, я не знаю. Воу! Мост сломался! Блин!
Мост сломался, ребята, но при этом все более-менее нормально. Почему? Потому что чувак успел доехать, но если бы мы послали колонну, колонна бы, ребята, разрушилась. Давайте, кстати, попробуем что-нибудь еще придумать. То есть, по сути, можно, ребята, сделать жесткую сцепку. Или попробовать сделать так просто. Хоп. Хоп. Не знаю, здесь есть лимит? По-моему, лимита нету. Давайте попробуем так. Колонна. То есть здесь три машины всего должны приехать. Окей. Вообще зря, наверное, я такой трамплин сделал. Но здесь спокойно, видите, проедут. Потому что слишком натянуто все. Все очень хорошо. Идеально! Вот такие вот дела. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Надеюсь, вам игра нравится. Если да, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях. Не забываем подписываться на паблик ВКонтакте. Ссылки есть в описании и в шапке канала. Это была игра Portal Bridge Constructor. И будем с вами продолжать смотреть, что за уровни еще здесь добавил разработчик. Я думаю, будут сложные уровни, будет интересно. С вами был Лекс. Спасибо за просмотр и всем добра.